Первое упражнение – разведение приведения предплечий. На вдохе предплечья разводим в стороны. На выдохе сводим обратно. Следующее упражнение – это имитация плавания в стиле брас. На вдохе руки вперед, через стороны, в исходное положение, выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение диафрагмальное дыхание. На вдохе мы максимально надуваем живот. На выдохе все втягиваем. Выдыхая весь воздух из легких. Если во время выполнения упражнения у вас начинается головокружение, вы прекращаете выполнение и делаете небольшой перерыв.